Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. 14 сентября 2017 года. Вот сегодня я видим с 9 часов, с 8.30, вот по часам, соответственно, собирал. В 9.16 было 135 дождевых червей всех видов технологических. В 9.24 16, 164, 9.32 186, 9.45 235, 10.12 480, 10.33 660, и вот на 11 часов 720 дождевых червей. Ну, до обеда я 1000 выберу. Теперь моя задача правильно вот из этой коробки, куда я их выбирал, сделать правильный субстрат. Делаем сначала вентиляцию из тех корней, которых они были, вот в этих корнях они были уже подсохшие. Теперь немножко насыпаем самой влажной земли, которая здесь была. Вот так. На 1000 червей это будет примерно 500 грамм, должно быть 5 килограмм вот этого субстрата, причем родного субстрата, родных корней, в которых они были. И вот мы с вами так и сделали. И теперь посыпаем через эти баночки и посмотрим, как они выглядят. В основном здесь червь Изения фетида, видим, вот такой волосатый. Но вот такие вот светлые попадаются, вот такие вот серые. Вот это канадский выползок, примерно на 700 червей, и здесь порядка 500 канадских выползков и всего лишь навсего 7 коксов, потому что сильная жара. Вот видим, вот они. Реки. В общем, здесь вот видим Эндодрилус рубидус, те, которые покраснели. Вот это красный калифорнийский червь, который без полосок. Это такие светлые. Это вот этот Эндодрилус рубидус розовый. Основная масса этих червей здесь, конечно, получится больше, чем 250 грамм живая масса. Но черви все взрослые, и винилов таких мало. Вот таких примерно 10%. В общем, почтовом ящике, и продолжим дальше выборку. Вот им здесь остались коробочки из фетида до обеда. Думаю, 1000 штук будет собрано, вернее выбрано.